Всем привет! Я надеюсь, что впервые вы заметили, что качество гораздо лучше. Кто заметил? Потому что эта новая камера у меня совсем по-другому работает, и мои хорошие линзы, ну, я думала, что они были хорошие, оказывается, они не работают с такой камерой, так что мне приходится покупать все просто заново, продавать все вещи, которые я раньше использовала. Хотела вам сегодня сделать такой влог-видео, просто потестировать мою камеру, и под конец я вам покажу наряд дня, который я еще сделала фотографии и сфотографировала их для моего блога, который classesinternal.com. Так что да, многие из вас меня спрашивали, какую камеру я решила себе купить. Я купила себе 5D Mark II. Эта камера старая, она вышла в 2008 году, и ее больше не продают. Сделали новую версию, Mark III сделали. Mark III, если честно, просто бешеные деньги стоит. Каждый раз, если я увижу какую-то фотографию, я просто буду балдеть от этой фотографии. И всегда написано, что камера, которую использовали, это была 5D Mark II. И я вам не могу сказать, за сколько я ее купила, потому что я ее купила в секонд-хенде от человека, который просто продавал старую камеру на веб-сайте, да. И вот там я ее купила от человека, так что я не знаю, вы не сможете ее найти в магазинах, так что, может быть, если у вас есть какие-то фотографы, я не знаю, какие-то профессиональные люди, которые продают старые камеры, может быть, у вас есть какие-то секонд-хенд магазинчики, где продают камеры, посмотрите там, потому что фотоаппарат просто обалденный. Я думаю, что это самый лучший, ну, в моем мнении, это самый лучший фотоаппарат на Земле. Еще я хотела вам сегодня устроить конкурс, ура! Обалденная компания Virkush мне прислали всякие кольца. Я всегда думала, что кольца это не для меня, потому что у меня очень коротенькие, маленькие детские пальчики. И кольца, если честно, делают мои ручки даже меньше. Но кольца, которые идут вот сюда, они обычно как сюда, да? Честно, они мне нравятся гораздо больше. Они более уникальные и, я не знаю, они мне подарили кучу вещей. И, честно, у меня уже есть ободок такой. Я не знаю, зачем мне второй нужен. Так что я решила вам устроить конкурс такой маленький. Так что в конкурсе будет ободок такой цветочный, как у меня. Будет украшение. Тоже у меня такое есть. А здесь такой камушек. По-моему, настоящий камень. А, у меня... Идите вы! Фу! Мальчики, здесь лагерь какой-то, блин, я снимаю в каком-то парке, играют в футбол там, и две маленькие мальчики пришли ко мне. Привет, мальчики. И три кольца я вам подарила, я покажу вам поближе, как каждое кольцо смотрится. Так что такой конкурс будет. И еще дополнительный приз будет два лака от OPI. Это Guess коллекция от OPI, и здесь будет два синеньких лаков. Я их хочу вам подарить, потому что мне синие лаки не нравятся. Мне нравятся нюдовые лаки. Так что, если вы хотите участвовать в моем конкурсе, просто оставьте мне комментарий внизу. Неважно, что вы напишите, просто напишите что-то. Сегодня я делала красную рубашку Соня. Классно. Вот вы можете участвовать в конкурсе. Еще хотела вам сказать, у меня был раньше конкурс. Я всегда сообщаю, кто выиграл мой конкурс ВКонтакте, потому что я не люблю делать отдельное видео про эту тему. Так что всегда проверяйте ВКонтакте. Я знаю, многие меня спрашивают, Соня. Блин, и вот туда пришли. Ну, если бы я была мальчик, я бы тоже интересовалась, конечно. Какая-то девка снимается. Конкурс закончится через неделю. Я сообщу, кто выиграл ВКонтакте. И вот так вот все будет просто у нас. Так что все. Сейчас я вам покажу мой наряд дня. Это все. Надеюсь, что вам нравится качество. Пока. You got a fast car. I want to get you anywhere. Maybe you can